Попытку хищения почти полтонны железнодорожных деталей пресекли транспортные полицейские в Новосибирске. В руках оперативников оказался бывалый рецидивист, которого уже 10 раз судили за похожие преступления. Из вагона пытались украсть железо. Ну, торчермет. Что за вагон? Где он стоял? В тупике на трикотажной. Полувагон с металлом злоумышленник приметил на тупиковом пути в Дзержинском районе города. На дело опытный уголовник взял помощника, который раньше в поле зрения правоохранителей не попадал. Рельсы в вагоне лежат, а между рельсами куча железа, которое можно брать руками, не рельсы. И вот он залез, мне подавал, вот принимал, вытаскал. Злоумышленникам удалось вынести и спрятать в кустах 480 килограммов железа. Но довести задуманное до конца, сдать металл и разжиться деньгами подельники не смогли. В их преступный план вмешались бойцы Росгвардии. Они задержали фигурантов и доставили в линейный отдел МВД на станции Новосибирск. Возбуждено уголовное дело. За покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору им грозят реальные тюремные сроки.